ZBrush 2019, и для новой анимации пробы в Blender нужно сделать болвана. Давайте для бокса вот этот болван, как его будем делать. Так, откроем сначала примитив. Так, или посмотрим, давайте в Liftbox, что у нас тут есть. Так, ну вот этого персонажа можно взять. Вот так вот. Что делаем? Значит, делаем Make Polymesh, оставляем одного вот этого болвана. Вот так вот. И теперь его нужно порезать. Так, Ctrl-Shift. Выбираем Trim Rect. И вот так все это дело отсобачиваем. Так, получилась вот такая штукенция. И делаем ему, значит, сглаживание вот этого вот этих частей. Shift. Так, надо еще больше, наверное, обрезать. Вот. Где-то вот так. И все это дело сгладим. Ну все, болван готов. Делаем теперь геометрию. Modify Topology Mirror and Well. Следом, что нужно, стойку, да? Значит, стойку будем делать Up and. Добавляем вот этот цилиндр. Теперь Move. Опускаем так. X-симметрию отключим. Этого болвана поднимем. Переключимся на цилиндр. Делаем, наверное, еще побольше скайл. Так, теперь его чуть-чуть вот так уплотняем, уменьшаем. И теперь понадобится append именно другой цилиндр. Вот этот. Делаем ему именно скайл, уменьшаем, поднимаем, вытягиваем. Можно чуть-чуть еще поменьше. Вот так. Смотрим, куда он зашел. Так, выбираем персонажа и чуть-чуть его вот сюда вот поправляем. Так, что дальше? Вот этой штукенции, делаем. Так, значит, Ctrl-X симметрию. Сначала сделаем Dynamesh. Так, теперь маскируем вот так вот. И маскируем теперь где-то вот так вот. Ctrl-Alt. Ну вот такая штукенция. Теперь низ маскируем и делаем скайл. X-симметрию можно отключить. Скайл поднадуть. Ну а теперь заходим в деформацию, попробуем все это дело выгладить именно Polish. Так, еще немножко. Во. Нормальная штукенция. Так. Теперь N, выбираем стойку. И попробуем стойки сделать вот здесь вот резьбу. Так. Делаем геометрию, делаем Dynamesh. И маской вот так вот чертим вот эти штуки. Ну, чтобы они были, конечно, поровнее. Так вот. Как-то так. Теперь делаем Ctrl-I. Инвертируем вот эту маску. Ну и попробуем скайл поднадуть это все. Ну теперь опять же деформация. Так, деформация. И сделаем polish. Вот так вот.
Ну, такая штука. Так, что еще можно сделать? Ctrl-Z. Это один цвет будет, так что полигруппы не нужны. Тык, 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 тык. И вот этого персонажа, n персонаж, нужно еще поднять повыше. Вот так. А вот эту стойку N маскируем вот так вот вверх и вытягиваем именно с помощью гизма повыше. Так, получается вот такая штука. Все нормально. Теперь нужно все это дело раскрасить, сделать развертку и уже тогда сделать именно Итак, теперь нужно сделать покраску. Объединяем, значит, стойку. Вот эту стойку объединяем. Merge down. Окей. И красим RGB. Кисточка стандарт. Все по прошлым роликам. Ну, давайте в черный цвет. X-симметрия. И погнали так. Так, ну а вот этому персонажу делаем телесный цвет. Вот такая штукенция. Так, стойки немножко нужно вот этой стойки. Нужно цвет немножко вот здесь вот подбелить как бы. Так, выбираем серый цвет. Интенсивность делаем поменьше. Кисточку побольше. И вот по этим местам как бы все это чуть-чуть по внутренним частям оттенок дать. Вот так. И по низу можно еще. Вот таким вот образом. Ну а теперь все это дело объединяем и сразу сделаем одну модель, чтобы не было много частей. Делаем, значит, merge down. Теперь заходим в Z-плагины и находим UV Master. И делаем UV развертку. Work on clone. Wrap. Теперь копируем цвет. И теперь привязываем вот этот цвет к модели Past UVS. Теперь находим текстуры Map и Create New from Polypaint. Сохраняем теперь модель. Экспорт. Рабочий стол. Ну а теперь все это дело поместим именно в Blender. Итак, анимацию я буду делать опять же вот с этим персонажем, с разведчиком. Давайте файл импорт, общий формат и подкинем сюда этого болвана. Так, десктоп.
Так, семерка на нампаде. Развернем все это дело. И подставим вот сюда. Надо чуть-чуть его поменьше. Вот так, чтобы нога до него долетала. И G где-то пока вот сюда. Так, теперь единица, тройка на нампаде. Делаем Shift A, добавляем кости. Арматура Single Bone. Косточки делаем S. И подводим сюда к персонажу. Находим бегущего человечка. In front. Поднимаем. Закрепляем. Теперь Edit Mode. E. Вытягиваем сюда одну кость. И сюда две кости. Вот таким вот образом. Ну и все. Этого нам должно хватить для анимации. Заходим в Object Mode. Выбираем персонажа, выбираем кости. Ctrl-P. With Automatic Widget. Так, Shader Smooth. И сделаем персонажу, наверное, Decimate модификатор. Append применяем, смотрим в сетку, пойдет. Выбираем теперь кости и проверим, как они работают в PoseMod. Так, тройка на нампаде. О, здесь он будет гнуться нормально. Ну, такая штукенция. Ctrl-Z. Выравниваем и сохраняем теперь проект. В следующем ролике теперь будем делать анимацию покадрово. Вот этот гражданин будет вот этого персонажа ногой бить. Может даже рукой. Все, всем пока.